перед началом ролика хочу попросить вас подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Режиссер Александр Стефанович в беседе с Фан рассказал о болезни певицы Софии Ротару. Известно, что Ротару всю жизнь борется с заболеванием легких. В 1981 году вышел мюзикл «Стефановича душа», где должна была сыграть расставшаяся со Стефановичем Пугачева, но сыграла Ротару. Должна быть драматическая история. Когда-то я снял фильм «Душа» в главной роли с Софией Ротару. Там она не только пела песни, а играла практически саму себя. В сценарий была вплетена история самой Ротару, у нее болезнь легких, и всю жизнь она с ней борется. Но при этом уже столько лет остается самой популярной певицей, поделился он. По мнению Стефановича, сейчас повторить успех советского мюзикла, который посмотрели более 30 миллионов зрителей, смог бы фильм о рэперах. We'll be right back.